Школьники вливаются в учебный процесс. Наступило время знаний и интеллектуальных игр. Ученики Мариинской гимназии поучаствовали в легендарном проекте «Что, где, когда». В этом году мы организовали большой турнир для учеников Мариинской гимназии, в котором будут участвовать команды с 3 по 10 класс. Вопросы составлялись советом клуба интеллектуальных игр «Ворон». Вопросы составлялись по принципу, чтобы они заинтересовали ребят к получению новых знаний. Поэтому в пакете вопросов есть и сложные, и легкие вопросы. Во Дворце книги собрались ребята 5-х, 6-х и 7-х классов. Это средняя лига. Оживленно, шумно обсуждают вопросы, искренне радуются, когда отвечают верно. Командная работа, мнения разделяются. Сложно и интересно как участникам, так и капитанам команд. Но мы стараемся каждый друг другу делиться своим мнением. И когда, допустим, большая часть одного мнения, а другая другого, я пытаюсь определить, кто прав, по моему мнению, и мы даем это решение. Все участники увлечены процессом. Вопрос за вопросом, все ближе к финальному объявлению очков. Спустя время стала известна команда-победитель первого турнира. Это команда 5-го В-класса под названием «Единый медведь». Пятиклассник Глеб Шишов игрой доволен. Дружная команда оказалась лучшей в этой игре. Мне нравится отвечать на вопросы, тем более ты так, можно сказать, больше узнаешь. В моей команде Максим, Соня, Настя, Соня наш капитан, еще Василиса и Полина. Мы с ними довольно хорошо общаемся. В этом году пройдет еще 4 игры. Триумфаторы финала поставят в классе на видное место хрустальную сову. Она будет храниться у победителей до следующего сезона. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.